Приветствую вас всех на канале «Вкус жизни». Сегодня я покажу и расскажу вам, какие же сувениры можно привезти с острова Корфу. Конечно, очень много магазинов и различных сувенирных лавочек, что глаза просто разбегаются. Дело в том, что на Корфу растет экзотический фрукт, который называется китайский апельсин. Его еще называют кумкват. И вот из этого фрукта делают бесподобный ликер, джемы, варенья различные. Он выглядит такой длинненький, как мандарин. Но на вкус такой немножко кисленький. Едят его вместе с кожурой. Конечно, я купила из свежего, чтобы попробовать. Вот я разрезала. Видите, на разрезе практически вообще нет внутри мякоти. Ну, немножко такой какой-то оригинальный такой вкус. Тем более со шкуркой. Но мне больше, конечно, понравился ликер. Большое разнообразие ликеров в различных бутылках. Я, конечно, выбрала бутылочку по форме, напоминающую сам остров Корфу. Еще при покупке продавец дал мне попробовать. Ой, это такая вкусняшка, девочки и мальчики. Всего лишь 20 градусов. Это просто для удовольствия, напиток для удовольствия, так я скажу. Видите, такая бутылочка оригинальная. И вот, как говорят, чистый, как слеза. И вот действительно, вот этот ликер, он такой степени чистый, золотистый такой у него цвет, а вкус просто обалдеть. Покупайте, не пожалеете. Вот такие еще эти фрукты, написано как бы в ликере. Тоже очень-очень вкусно, всем советую, кто будет на Корфу. Они просто во рту тают. Не сравнить со свежим кумкватом, это просто небо и земля. Лучше покупайте вот такие вот в ликёре. Еще я купила цукаты из кумквата. Они вот в такой вот деревянной коробочке оригинальной, что можно и для себя, и кому-то даже на подарок можно привезти. Тоже вкусно, но немножко, как бы, мне показалось, немножко суховато. Но у каждого свой вкус. Смотрите сами. Вот, вот такие вот подарочки из кумквата. Я себе взяла в сувенирчик. Не могла много покупать, потому что вы знаете, что у нас был круиз, потом перелет на самолете должен быть, и багаж ограничен. Вот такая сексуальная бутылочка мне очень понравилась, но не самим видом, а то, что внутри. Мне продавец дал попробовать. Это напиток называется «Уза с кофе». «Уза» – это вообще греческая водка. Она с анисом, с добавлением аниса, 40 градусов крепости. Но, а это ликерчик. И очень вкусный. Продавец, когда дал попробовать, я просто обалдела. Я мужу сказала: так, давай попробуй. Это что-то такое необычное и вкусное. Этот ликер «Уза» с кофе всего лишь 17 градусов, очень приятный, очень вкусный, да еще в такая бутылочка бесподобная, что я не могла просто удержаться. Ну и, конечно, Корфу — это Греция, это Метакса. Обязательно купите бутылочку Метаксы в подарок, какую вы хотите. Ну, я вам советую не меньше 7 звезд. И еще, кстати, в переводе с греческого Метакси обозначает шел. И фамилия создателя этого напитка — Метаксас, что обозначает продавец шелка. Ну и, конечно же, это Греция, это оливки и оливковое масло. Здесь такое большое разнообразие. Мне особенно понравилось оливковое масло, которое продается в таких стеклянных бутылочках с различными специями внутри. И самое интересное, что эти бутылочки, когда закончится масло, можно еще использовать. Можно еще налить туда масло и положить любые специи. Чесночок, перчик, кориандр различный. И здесь на Корфу я видела также много-много различных специй продаются. Они развесные и в упаковочках. Тоже огромный-огромный такой ассортимент, как будто ты попадаешь куда-то в Азию, а не в Грецию. Ну и косметика, конечно, на основе оливкового масла, на основе вытяжек вот с этого кумквата. Очень много даже сейчас написано даже и с русскими, на русском языке, потому что знают, что очень много русских туристов приезжает. Выбор очень большой, можно купить в сувенирной лавке, можно купить и в аптеке. Очень много косметических средств продаются у них в аптеках. Корфу – это православный остров, и, конечно же, здесь много различных церковных лавочек, где можно купить
и различные иконки, и крестики. И я покупала, я вам рассказывала, я покупала в самой церкви Святого Спиридона, уже там все продается полностью освященное. Здесь на Корфу также много изделий из кожи, сумки, куртки и, конечно, сандали. Вы же знаете, что это греческая обувь, очень древняя. И вот видите здесь вот на верхней полке вот такие вот плетеные, высокие, с подошвы, вот дальше вот такие вот сандали. Очень большой ассортимент. Там, кстати, недалеко от церкви Святого Спиридона аж два магазина вот таких сандалей продаются. Я видела очень много изделий из золота, очень оригинальных, очень красивых, таких не похожих на все другие. Много ручной работы. Конечно, это не дешево, но это очень хороший сувенир будет из Корфу. Очень большой ассортимент изделий из меха. И поверьте, очень хорошее качество шитья. Очень большой выбор изделий из керамики. Можно подобрать очень красивые изделия керамические в виде сувенира об этом острове. Ну и, конечно, различные ракушки, изделия из них. Это же остров, море из оливкового дерева. Много-много изделий. Прям идешь, и целая улица вот этих деревянных изделий, этих сувениров. Очень красивые, очень необычные, но и не дешевые, можно так сказать. В общем, магазин здесь для шопоголиков просто рай. Глаза разбегаются, выбор только за вами. Хочу вам посоветовать, выбирайте то, что лежит в вашей душе, и то, что действительно вас будет греть воспоминаниями об этом чудесном острове. Спасибо вам большое за просмотр и пока!